Привет! Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». В столичном регионе возможны первые заморозки. В ночь на 29 августа в столичном регионе возможны первые заморозки. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на Метеобюро Москвы. Холодный фронт из Финляндии, надвигающийся на столицу России, пронесет с собой облачность и похолодание. Ночью температура воздуха в Москве составит 2-3 градуса тепла, а на востоке столичного региона она может опуститься до 2 градусов мороза. Синоптики отмечают, что в ближайшие дни осадков в Москве не ожидается. Больше новостей из жизни столицы, как всегда, на сайте mmsk.online. Еще увидимся!